Для жителей города давно уже актуален вопрос внутригородского транспорта. Городская администрация не остается в стороне от проблем, которые волнуют горожан. В целях формирования схемы внутригородских маршрутов пассажирского автотранспорта горожанам предложено принять участие в вопросе. Наша съемочная группа провела блиц-опрос на улицах города и выяснила, насколько проблема внутригородских маршрутов актуальна среди населения. 100% опрошенных однозначно подтвердили, что городу необходимы так называемые маршрутки. Как вы считаете, в нашем городе необходим транспорт городской, именно маршрутное такси, так называемое? Думаю, да. Конечно, необходимо что-то. Обязательно. Я считаю, что да. Обязательно. Люди также высказали свои мнения и пожелания по поводу необходимых маршрутов внутригородского пассажирского транспорта. Назвали слои населения, которые более всего страдают из-за отсутствия такого вида услуги в городе. Где конкретно, по какому маршруту возникают проблемы? Куда добраться сложнее всего? Я думаю, самое от детсада Родничок, самый, вот до Белышева, вот этот самый район вниз. Угу. Обязательно там, потому что там и дети, там и престарелые, и старики очень много живет. Это необходимо. Спасибо и большое. Карла Маркса обязательно. И на Новый Пирс еще автобус конкретный. К Родничку, так на Карла Маркса дальние. Там Каменский автобус вроде как ходит. Не знаю, как часто. Угу. Надо, конечно. Самые такие проблематичные районы? Усатого 25 и Карла Маркса 57. Вы пользовались бы транспортом? Я бы, да. Понятно. У вас нет машины личной? У нас есть машина личная, но пользовалась бы. Если в сопку, если кто в возрасте или больной, то тяжело. Конечно, нужно. С целью изучения общественного мнения по данной проблеме составлены опросные листы. Опросники находятся в администрации, в организациях города. Также они будут размещены в местной Тихоокеанской газете и на нашем сайте ttvukos.ru. В опросном листе жителям заданы следующие вопросы. Какие маршруты автобуса наиболее удобны для вас? Какие маршруты автобусам необходимы на сезон? Как вы оцениваете работу городских автобусов в настоящее время? Заполненные опросники вы можете приносить в администрацию и на телевидение.